Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы на первом общественном канале вместе с проектом English Show. С вами Гульзат Маунбек. Данный проект приготовлен при поддержке Фонда прогрессивных инициатив Асхара Салымбекова и крупнейшей языковой школы Кыргызстана High Time. На сцену мы приглашаем наших участников. Сегодня две команды соревнуются, и это команды Champions и Lucky. Первый участник команды Champions, миссис Кыргызстана Наргиза Османова, встречайте! Занимайте места. Спасибо. Второй участник команды Champions, хореограф, лучший танцор Кыргызстана Эрмек Керимбаев. Встречайте! Третий участник команды Champions, продюсер телеканала Комус ТВ Сыйкым Бапалова. Встречайте! И, наконец, капитан команды Champions Курал Чокоев. Певец! Спасибо. Приглашаем на сцену участников второй команды Lucky. И первый участник – бизнесмен Чыныстанов Джуамарт. Встречайте! Вот так, да? Отлично! Вот, я уже приготовилась. Отлично. Хорошо. Второй участник команды Lucky, ведущая Назира Айтбекова. Встречайте! Отлично. Третий участник команды Lucky, певец Ахматов Ислам. Встречайте. Отлично. Спасибо. И, наконец, капитан команды Lucky, певица Нена. Встречайте! Я хочу представить сегодняшнего гостя. Это эксперт английского языка, руководитель суперкомпании Kyrgyz Concept, Эмиль Умиталиев. Общественная телерадиовещательная корпорация, Фонд прогрессивных инициатив Асхара Салымбекова и учебный центр High Time, создатели программы English Show, объявляют зрительское голосование. Твой выбор. Какая из двух команд-участниц проекта отправится в Лондон? Отправь смс-сообщение с именем команды на короткий номер 2069. Команда Champions. Певец Курал Чокоев, продюсер Комус ТВ Сюйкым Бапал, хореограф Эрмек и певица-дизайнер Наргиза Усмонова. Команда Lucky. Певица Нена, ведущая актриса Назира Айтбекова, певец Ислам Ахматов и бизнесмен Джуамарт Чыныстанов. Отправь смс с именем любимой команды на короткий номер 2069. Какая из команд отправится в Лондон, выбираешь ты. Давайте мы сейчас сделаем отличное упражнение, которое называется orientation. Хорошо? Я буду задавать вам команды на английском языке, вы эти команды будете выполнять, окей? Okay? Are you ready? Yeah. Ready? Yeah. Okay, let's get started then. Let's go. Okay, start. Look at the ceiling. Ceiling. Thank you. Ceiling. Look at the floor. Thank you. Touch your nose. Wow. Touch your nose. Thank you. Touch your ears. Yeah. Отлично. Touch your elbow. Elbow. Touch your elbow. Yeah, thank you. Touch something white. White. Okay.
Touch something purple. Purple. Something purple. Okay, thank you. Clap your hands. Okay, touch something clever. Mm. Oh my god. Thank you very much. It's touch all something clever. Red. Red, red, red. Red, red, red. 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 Okay. Touch five backs. Five backs. One, five. Two, three, four. Okay. Five. Five. Thank you. Five. Six, seven, eight. Okay. Touch ten, eight. Ten heads. Heads. Ten heads. Heads. Okay. One. One. Two. Three. Okay. Okay. Seven. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Okay. Ну так же и 10, правильно? Are you here? Yeah. With this? Да. Okay. Let's continue. Okay? Okay. Yes. Good. Okay. Okay. Начинаем наше образование, хорошо? Okay. Обучение? Okay. Обучение. Отлично. Поехали. Мы проходили настоящее время. Да, в настоящем времени употребляется do и что? Did. Do и does. Yes, и does. No. Отлично. В прошедшем времени употребляется при вопросе did. И в конце добавляется ed. Okay. И теперь будущее время. В будущем времени вот наш пример I love you. Я буду любить тебя, мы будем любить тебя, они будут любить меня. У них тоже есть слово буду. Will. Это will. Yes, добавляете will, получаете будущее время. Все легко и просто. Окей? Okay? Я буду играть. I will play. Yes, она будет играть. She will play. Она будет работать, отлично. She will work. Yes, она будет играть. She will play. Play, окей. Okay. Cook, готовить. Она будет готовить. She will cook. Я буду готовить, отлично. I will cook. Yes, ты будешь готовить. You will cook. Окей, okay, мы будем готовить. We will cook. Yes, понятно? I will translate. Я буду переводить. Yes, I will dance. I will dance. Я буду танцевать. Yes, she will dance. Она будет танцевать. Yes, you will dance. Ты будешь танцевать. Yes, we will dance. We will dance. Yes. Мы будем танцевать. Yes, they will dance. Они будут танцевать. Yes, I will study. Я буду изучать. Okay, she will study. Она будет учиться. Okay, we will study. Мы будем учиться. Изучать. Okay. Да, изучать, учиться. Okay. И при вопросе это will прыгает вперед. Will I love you? Will I love you? Окей, поехали. Окей. Okay. Я буду учиться. Вопрос? Я по-русски говорю. А, я буду учиться. I will study. Yes, я буду учиться, вопрос тебе. Will I study? Молодец, когда я буду учиться? When will study? Я забыл что. When will I study? Молодец, понятно? Отлично, ты будешь учиться. You will study. Молодец, ты будешь учиться? Will you study? Yes, когда ты будешь учиться? When will you study? Молодец, мы будем учиться. We will study. Мы будем учиться? Will we study? Yes, когда мы будем учиться? When will we study? Yes, отлично. Cook, готовить. Она будет готовить. She will cook. Она будет готовить? Will she cook? Когда она будет готовить? When will she cook? Как она будет готовить? How will she cook? Где она будет готовить? Where will she cook? Где ты будешь готовить? Where will you Молодец, cook? Я буду готовить. I will cook. Я буду готовить? Назира, will здесь? I cook? Yes. Что я буду готовить? What will I cook? Yes. Когда я буду готовить? When will I cook? Ты будешь готовить. Отлично. You will cook. Ты будешь готовить? Will you cook? Что ты будешь готовить? What will you cook? Как ты будешь готовить? Как how will you cook? Молодцы. Отлично. Хорошо. Yeah, baby. Good. Играем в игру на выживание, survival game. Okay, let's get started. Okay. Are you okay. ready? Yeah. Yes. Let's. As always. Solve. They start. They start. Да, they start. No. Тут нас начинали. Да. Я начинаю с того, с кого хочу. Ладно. Okay. Хорошо. Okay. А вы у меня справа стоите, поэтому он джахты. Миндяхшигурам. Solve. У нас есть три слова. Solve – решать, discuss – обсуждать. Скучать. Скучать. Или пропускать. Окей? Okay? Miss – переводчик и пропускать.
Понятно? Uh-huh. Поехали. Я буду решать. I will solve. Yes, я буду решать. Will I solve? Что я буду решать? What will I solve? Окей, не подсказывайте. Она будет решать. She will solve. Окей, она будет решать? Она будет. Will she solve? Окей, что она будет решать? What will she solve? Окей, как она будет решать? How will she solve? Yes. Discuss. Обсуждать. Я буду обсуждать. I will discuss. Я буду обсуждать. Will I discuss? Что я буду обсуждать? What will I discuss? Как я буду обсуждать? How will I discuss? Как она будет обсуждать? Быстрее. How will she discuss? Что она будет обсуждать? Что? What she will discuss? Will впереди, окей? Понятно? Красиво. What will she discuss? What will Это ошибка. Почему вторая уже? А почему вторая? Диана, Эрмик, кто он? Не, она же посчитали же. Почему не посчитали? I пропустил. Самый subject, самое главное пропустил. Понятно? Хорошо, поехали. Я буду скучать. I will miss. Окей, я буду скучать, Юкум. I will. Will I? Что, подождите, я буду скучать? Будьте здесь и сейчас, хорошо? Я буду скучать. Ислам. Я буду скучать? Я буду скучать. Will I miss? Не нам, Чахас! Джо! Сюйкум ошиблась. Я даже не услышала вас, какой интонацией вы будете сказать. Will I miss? Окей, will I miss? Почему я буду скучать, Мирмик? Почему? Why? Молодец. Why will I miss? Молодец. Почему она будет? Why she will miss? Неправильно. Ай, why will she miss? Yes. Окей, я буду обсуждать. Discuss. Быстрее. Ага, я буду обсуждать. Быстрее. I will discuss. Yes, я буду обсуждать. Will I discuss? Окей, что я буду обсуждать? What will I discuss? Молодец. Она будет обсуждать. She will discuss. Yes, она будет обсуждать. She will. Will she? Ошибка. Will she? Окей. Она будет обсуждать. Will she discuss? Yes, что она будет обсуждать? What will she discuss? Окей, она будет скучать. She will miss. Yes, она будет скучать. Will she miss? Что, почему она будет скучать? Why will she miss? Как она будет скучать? How will she miss? Yes, я на английском, хорошо? Окей, I will solve. Я буду решать. Yes, will I solve? Буду я решать. Окей. Okay. What will I solve? Что я буду решать? Yes, how will I solve? How? Как? Раз, два, три. Solve, решать. How will I solve? Yes, she will solve. Молодец, быстро. She will solve. Раз. Она будет решать. Yes, will she solve? Она будет решать. What will she solve? Отлично. Что? What will she solve? Что она будет решать? Yes, I will discuss. I will discuss. Я буду обсуждать. Yes, will I discuss? Буду я дискуссировать. Окей, обсуждать. What will I discuss? Быстрее. Что? What will I discuss? Раз, два, три. Что я буду обсуждать? Yes, I will miss. Я буду скучать. Yes, she will miss. Она будет скучать. Will she miss? Быстрее. Will she? Она будет скучать. Yes, why will she miss? Почему она будет скучать? Yes, she will solve. She will solve. Она будет решать. Yes, will she solve? Она будет решать. Okay, will you solve? Ты будешь ты решать сама. Yes, what will you solve? What? Что будешь решать? Okay, she will solve. Она будет решать. Okay, will you solve? Будешь решать? Will you solve? Will I solve? Быстрее. Will I solve? Will I solve? Я буду решать. Yes, what will I solve? Что я буду решать? When will I solve? Когда я буду решать? When will we solve? Когда мы будем решать? Yes, when will they solve? Когда они будут решать? Yes, when will she solve? Когда она будет решать? Yes, молодцы! И у нас champions, к сожалению, проигрывает, у нас выигрывает Lucky. Yeah, baby! Отлично! Хорошая игра. Okay. Была отличная игра на выживание, и выжили Lucky. Я сейчас приглашаю на сцену гостя, чтобы услышать от него мастер-класс. Эмиль Умиталиев, на сцену! Good evening, everybody. Hello. Good evening. Саламатсыздар. English жөнінде бір екі сұрау. Дүниеде қанша тіл бар? A lot of. 200-ден ашық. Мен де білмеп тұрмын, көрсе 6000-ден ашуын екен.
Амида. Эми дагы бир суроо. Дүйнөдө канча өлкө бар? 70'ten aşıkmış. 200. Oşol 200 ölkönün arasından, kalptarın arasından İngilizce kaysı ölkönün jarandarı, kança adam, kaysı ölkönün jarandarı köpçülük kılat, uşu dünyada. Kaysı ölkönün jarandarının sanı köpçülük kılat İngilizce sülügündü. Kıtay? Yok. İndus. Yok. İndus. İndia. İndia. Канада, Кыргыз, дагы жолу кайтылат болсо, Европа деп. Америка, Европа деп ой кетет кээ учурда. Бирок сиздер көбүрөөк таанып калган окшойсуңар, Индия деп атадыңар. Индияда 1 миллиард 200 миллион адам жашаса, ошонун 1 миллиард 100гө жакын миллиону инглизче сүйлөйт. Анан бирок жакынкы арада эң көп İngilizce paydalangan kaysı ölkönün jarandarı? Kıtay. Kıtay'dın jarandarı İngilizce en köp sülögön bolşat eken. Bugünkü gündö eger de 1 milyar 400 milyon Kıtay bolso, jakınkı arada alardın oşol Индиянкынан көп болуп кетиши мүмкүн деген эсеп прогноз таанылып турат бүгүнкү күндө. Ошентип, ооба. Ошентип, эгерде дүйнөдө эң көп жарандар Индия менен Кытайда болсо, алардын эң көп адамдарынын саны бүгүнкү күндө инглишти үйрөнүп келе жатышат жана сүйлөп жатышат. Индияда өзгөчө, бирок Кытайда мына келерки заманда андан дагы алдыга чыгып кетиши мүмкүн. Ошентип, дүйнөдө эң керектүү тил в любом случае бул инглиш экени биз үчүн эгерде 30 жыл мурда жаңы таанылып келсе, бүгүнкү күндө аны эч кимге түшүндүрүп далилдештин деле кереги жок болуш керек. Ошон үчүн адашпай, убакыт коротпой, бүгүнкү күндө эгерде дүйнөнү тааныйм деген адам болсо, дүйнөлүк атаандаштуулугум болот жана дүйнөлүк ресурстарга кыска жол табам деген болсо, ал сөзсүз түрдө инглиш тили аркылуу жетиш керек. Дүйнөнүн маалымат казынасы, ийгиликтин казынасы, интеллекттин казынасы, жетишкендиктин казынасы кайсы тилде? Англис тилинде. Анткени дүйнөлүк казына бүгүнкү күндө интернетте. Жерде эмес, өндүрүштө эмес, каржыда эмес, финанста эмес, маалымат чөйрөсүндө, маалымат чөйрөсүнүн баардыгы тең. Интернетте, интернет бүт дүйнөдөн бүт баалуулуктарды топтоп алат дагы бүт баардыгына бүгүн жетиштүү. Ошентип дүйнөдө эгерде 6,5 миң тил бар болсо, баардык дүйнөдөгү калктардын тилдердин топтогон маалыматтык казынасынын жарымынан көбү 55,4% инглиште топтолуп турат. Анткени ар бир эл, ар бир калк, ар бир тил, ар бир өлкө инглиш тилинде эң баалуу маалыматты сактайт экен дагы, анан ошол инглиш тилиндеги сакталган маалыматтардан өздөрүнө дагы керектеп алат экен. Бул биринчи керектүү нерсе. Экинчи, биз эгерде бүгүнкү күндө жаңы тилдерди пайдаланчу эң керектүү, эң ишке керектүү жана ийгиликке керектүү тилдер сөздөрдү десек, ал сөздөрдүн баардыгы тең болбосо дагы көпчүлүгү инглиш тилинде чыгып келип атат. Мисалы интернетке окшогон, же болбосо айфонго окшогон, же болбосо Android деген тилдердин көпчүлүгү бул жаңы сөздөр, алардын баардыгы тең инглиш тилинде киргизилип, анан бүт дүйнөгө бирдей баардык тилдерге тарап кетип атат. Анткени Android деген тилди бир дагы тил, бир дагы калк өзүнө которгон эмес. Кайсы тил болбосун 6,5 миң тилдин арасынан пайдаланчу тилдердин баардыгы тең Android деп эле сүйлөп кетип атат. Ошон үчүн жаңы сөздөр инглиште пайдаланып, пайда болуп жана инглиште пайдаланып келатат. Баардык тилдер, кыргыз тили дагы ошо инглиш тилдин жаңы сөздөрү менен байып, жаңырып келатат. Бүгүнкү күндө ошентип биздин дүйнөлүк маалымат казынабыздын жарымынан көбү 50,5% инглиште болуп атса, жакынкы арада анын саны андан дагы көбөйөт. Ошентип барып саясат кааласа дагы, каалабаса дагы дүйнөлүк орток тил
бардыгына тең бирдей, экинчи тил катары гана эмес, дегиле керектеле турган тил катары инглиш болуп келетат. Бүгүнкү күндө Европада аябай чоң атандаштуулук, улутчулдук болгон күндө дагы 20-30 өлкөнүн арасында орток тил өнүккөн, окутулган жана иш жүзүндө пайдаланган тил ал инглиш. Эгерде Европага барсаңыздар, ар бир өлкөдө инглишти суудай сүйлөп, суудай таанып, суудай иштетип аткандарына күбө болобуз. Ошондуктан think globally, act locally. Эмнеге кыргыз глобалдуу ойлонбош керек? Эмнеге кыргыз иш чарасын сөзсүз түрдө дүйнөнү таанып, дүйнөнүн жетишкендиктери менен салыштырып иш кылбасын? Think globally, act locally. Думай глобально. Сделай локально. And баткен, алай, өзген, чолпон ата, айырмасы жок. Start where you are. Старт начинай. Начинай. Do what you can. Делай все, что можешь. Use what you have. Используй все, что есть. Start where you are. Do what you can, use what you have. Кайсы жерде турсаң, ошол жерден башта. Колуңан келген нерсени жасай бер, жана колуңда бар нерсени пайдалана бил. Start where you are, do what you can, use what you have. Огромное спасибо нашему эксперту Эмиль Байке за вдохновляющую речь. It was very inspiring speech. Thank you very much. Thank you. Окей. Мы продолжаем. Хорошо? Let's continue. И у нас сейчас игра «Поле чудес». Yes, the word. Окей? Okay? Угадай слово. И мы будем угадывать слово letter by letter. Буква. По буквам. По буквам, да. Окей. И первое слово у нас состоит из пяти, из шести букв. Окей, шесть букв. Его ждут все. М. М. Yes, we have M. Oh. M. Yeah. Next. I know the word summer. Yeah. Yeah. Yes. Summer is being waited by everyone. Хорошо. Теперь дальше играем. Следующее слово состоит из пяти букв. И это человек без этого не может жить. I know this word, but можно step letter. By step. Yes, yeah, step by step. Yes. A. Letter by letter. Yes. Yeah. Next. Без этого жить не может. Окей, okay, следующая буква. Вы пока говорите, я сейчас, какую я вам слово скажу сейчас. Букву. Вопрос еще раз, можно повторить? Человек без этого не может жить. W. Yes. I know this word. Yes. Water. It is water. Yeah. Yeah. А, мы не говорим с ним. Создайте игру. Да, мы говорим, да, зерновая. Я без гетерели. Окей, winners, девять букв, это слово, очень интересно, люди в этом очень сильно нуждаются, но они начинают, окей, первая буква, люди в этом сильно нуждаются, поехали, буква, первая. R. 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 No, R. Thank you very much. Окей, барабан вращается. Вращаем барабан. Хорошо, быстрее. Буква O. Next. Следующая буква. Сейчас дайте подумать. И. Люди в этом очень сильно нуждаются. И. Yes. И. Окей, правильно идем. Ну, сейчас надо ашперхуя всех врезать. Окей, дальше. Люди в этом очень сильно нуждаются. Мне кажется, это всем. Каждому человеку это нужно. Но без этого нельзя, понимаете? Если хочешь быть человеком. Ти.
Yes. Что-то кейшн. Stop, wait. Education. Хорошо, отлично. Это всех связывает. Ну, понимаете, особенно в наше время. Это сейчас всех связывает. Всех связывает, да? Да. Ну как можно без этого? Что нас связывает? Быстрее, по буквам. А, F. А, F нету. Следующий. Вы? P. Yes. No. I know this word. Phone. I know this word. Yes, yes, yes. Phone. Yes. Yes, yes. Я имела в виду фон. Дидиш. Окей. Это просто вот так. Его люди всегда выбирают. Это люди всегда выбирают. Надо всегда выбирать. Поехали. Люди всегда выбирают? Его, да. Люди всегда это выбирают. Это. Это выбирают. Давайте быстрее, да. Давайте вас теперь торопить. Ти. Да, да. No. No, no T. Окей, дальше. No, T. Быстрее. Люди всегда выбирают. Буква. Буква какая? Что они выбирают? Подождите, подождите. Можно дать вот, что они выбирают? Дайте буквы. S. No. Нет, S. No, S. Дальше. Люди его. A. No, no. O. Дальше. Дальше быстрее. U. No, no you. Дальше. A, A. A, yes. Какое слово? A. A. Люди всегда выбирают. Дальше. C. No, no, C. Нет. Дальше. Подождите, можно, можно подумать? Что они выбирают? Его выбирают, да? Ну это, ну, это выбирают, да. Это. Это. Это не человек. Дальше, быстрее, 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 давайте. Время. Это ожулен, ожулен? Нет, это. А, me. Быстрее, подожди, его люди всегда выбирают. Это, дайте, дайте эсэ, букву. Букву дайте. Ну подождите, это что, оживленное или что? Просто это выбирают. Сайт, это не, ож, не оживленное. Говорите быстрее. Это, что мы выбираем? Big quick. Сейчас будем считать уже. С вами? Нет, нету. Что за это? Да, русский алфавит. Maybe D. Это не C, это C. Maybe D. No, no D. Окей, дальше, быстрее. No T, да? Дальше, 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 быстрее. Так. Они выбирают. Люди выбирают или? Это выбирают. По буквам, быстрее, давайте буквы. R. R, no, no R. Дальше, быстрее. Oh my God. Oh my God. Yeah. M. M, no M. Дальше, быстрее. M же было. Самое короткое слово, самое сложное. Люди его всегда выбирают. Но без этого нельзя. Человек всегда это. Или... One. One? Нет. Нет. Такой буквы нету? Нет. Нет, я просто мысли вслух пошли. Дайте букву. B. B, буквы B нету. Дальше. Быстрее, быстрее. Так. Самое короткое слово. И мы застряли на нем. Maybe. Так, тихо, не ваши эти буквы. F. No, F. Дальше, быстрее. Что, уже по алфавиту пойдемте? Давайте алфавит. Давайте быстрее, быстрее. Maybe. Я знаю. Давайте быстрее. Сейчас, если мы не угадаем, она заберет сейчас. Букву, дайте букву, букву. Это люди всегда выбирают. Надо выбирать это, понимаете? Иначе не получится. Иначе maybe запутаться можно. Быстрее, давайте. Все, 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 время уже. Double letter. Дайте слово. Big L. Quick. No L. Дальше. May. Да. Maybe W. Yes. Я же говорила W. Were, were. Я же, you know. Я же так. W. До этого говорили. Вы до этого W не говорили? No, 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 no. Were. We, I know the word. Were. W, я записываю, нету W. Нет, ни на что. Люди никогда это не выбирают. Это просто не выбирают. War – это война. Войну не выбирают. Так. Думайте теперь, мы можем выиграть. Последний букв. I know, I know, I know. Ну надо это выбирать, понимаешь? I know. Подожди. I know. Please. Думай, думай. Так, быстрее, быстрее. One. Two. Люди это выбирают. Из этого не... I know. Please. Please.
люди это выбирают. Что это? Мэй, пожалуйста. Так, я должна лимитировать время, иначе мы никогда не закончим. Эльдар, ну все, так, даем вам 30 секунд, хорошо? Сколько секунд? 30. Можно, please. Раз, два, три. Три. Вэй. Yes! Дальше, поехали. Следующее слово состоит из четырех букв. Это то, за чем надо всегда следить. Начинаете, чемпион. Инстаграм. То, за чем надо всегда следить. Ну, без этого нельзя. Нет, нет, нет. No F. No F. Дальше, то, за чем надо всегда следить. Maybe W. No W. Дальше. То, за чем надо всегда следить. B. Yeah. Не спешите, не спешите. Давайте по буквам. Кайфанем, давай. Yes, oh. Ди. Ди. Бабби. Надо всегда следить. Бари тело, да? Всегда надо следить за телом. Хорошо. Счет равный. И идем дальше. Так, начинаете вы, да? Да. Хорошо, чемпионс. Это слово состоит из пяти букв. И его друг другу дарят люди. Это друг другу дарят. Люди друг другу дарят это. Но без этого нельзя. Без этого нельзя не дарить это, понимаете? Эй, пойдемте. S. Аккуратно. Чувства. Things. Неправильно. Нет. Дальше. M. Yes. Yeah. Yeah. We know this. Smile. Smile. Yes. Smile. Отлично. Смайл. Мы все друг другу должны дать улыбку. Отлично. Ничего страшного. Мы просто такие вулканизации. Хорошо. По итогам игры, yes, the word, угадай слово, выиграла команда Lucky. Была отличная игра, а мы продолжаем нашу передачу. И продолжение – это домашнее задание. Игра с шариками. Команды должны были придумать игры с шариками и задания друг другу. Окей, let's get started. Начинаем игры. Уважаемая команда Champions, для вас у нас задание. Задание заключается в том, что в каждых шариках есть для вас задание. Надо своих мест на время, будем на время играть. 5 минут, наверное, хватит, да? То есть вы берете шарик, ставите, на него садитесь, надо его как-нибудь взорвать. Берете задание и отвечаете. Все. Окей, на? Время засекаем. Вместе, да? Ага. А можно было прочитать и сказать? Ага. Покажите отрывок из фильма «Титаник» на английском языке. Рози, how are you? Вау! Рози, you love me? Yes, I love you, Jack! Oh, yeah. Jack, I love you! I love you too! Блин, уши можно себе взорвать. Телефон. Так, любимая песня Дональда Трампа? I don't know, дальше! We are the champions! Молодец, дальше! Быстро, быстро. Ау! Так. Это ты уже руками уже. На буквы S. Животные. Помогайте, быстро, 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 на английском. Так. На букву S? На букву S, животные. Так, обезьяна. Окей, let's go. Одно, минус, да, короче? Спеть или напеть любую песню, которую выбрал телевизионный ведущий с набитым ртом конфет. All my troubles. Yes, today. All my troubles. Okay, okay, let's continue. Давай, давай. Расскажите о себе голосами бабушки Матуева и Анжелины Джоли. Последняя она скажет. Ну скажи. My name is Suli Bapal. Hi, guys. Классно, молодцы. Молодцы. Ага. Здесь два на русском афоризма. И эти афоризмы переведены на английский язык. Нужно
два человека, вы же командная игра. Вот, разбить. Нет, и получается, прежде тем, чтобы собрать одну афоризму, вы должны все разбить, а потом как пазл собрать. Тут два афоризма, связанные с английским языком. Welcome! Okay. Okay. Let's start! У нас как бы здесь нету, мы не угнетаем, времени нет. Иди сюда! Ну, опа! Вот, вот. Больно! Надира, помогай! Я понимаю, я не встала. Опа! Чел, быстрее! И сам чел не видишь! Похлопали нам за такое это! Быстро! Ага. Так, все? Бумажек не осталось? Так. Вот. Ага. А что за это? Все, ничего нет, да? Ну, джаргачале уже. Слергета еще. Мы попроще сделали, да? Вообще, я это все припомню, Дэгэнды, да? Нет. Азер, съем как-то не хотят на кассе. Ты прям неправильно, я не разложить не могу. Это же игра, девочки. Я и говорю, я умею правильно проигрывать. Неправильно. Все, точка. Я битую время, Блада, и до сих пор пазл вот тут. Давайте похлопаем. Ну вы хотя бы простите или совсем не собрали? Да вы нам время дали, мы только собрали, только читать начали, как все, тебя неправильно собрали. Все, у вас такая проблема. Я хотя бы второй. У вас прям такая реакция. Может она прощает, что мы имели в виду? What I mean. You know what I mean? В общем, one language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. Франк Смит. Один язык располагает вас в прихожей жизни. Два языка открывают все двери на пути. Это первая афоризма. Вторая. To have another language is to possess a second soul. Великий Карл. Владеть другим языком – это иметь вторую душу. Так, у вас правильно здесь слов хватает? Да, конечно. Точно? Конечно, я сейчас соберу пазл. Давайте соберем. Хорошо. Все. Окей, так, все. Мы продолжаем, да? Может, следующее имя речи боксерский перчаток принесет? На английском будет. Курал, ты со мной. Спасибо командам за очень интересные игры с шариками. И выигрывает команда Champions. We are the champions. Ну, а теперь настало время голосованию. Эмиль Металиев будет голосовать за команду, которая ему понравилась, а я буду голосовать за ту команду, которая мне понравилась. Ну что ж, голосование уже прошло, и два конверта у меня. Команды подписывайте. Отлично, конверты подписаны обеими командами, и мы эти конверты будем раскрывать в конце всего проекта на 16-й передаче. Общественная телерадиовещательная корпорация, фонд прогрессивных инициатив Оскара Саламбекова и учебный центр High Time, создатели программы English Show, объявляют зрительское голосование. Твой выбор. Какая из двух команд-участниц проекта отправится в Лондон? Отправь смс-сообщение с именем команды на короткий номер 2069. Команда Champions. Певец Курал Чокоев, продюсер Комус ТВ Сюйкюм Попал, хореограф Эрмек и певица-дизайнер Наргиза Усмонова. Команда Лаки. Певица Нена, ведущая актриса Назира Айтбекова, певец Ислам Акматов и бизнесмен Джо Марчинстанов. Отправь смс с именем любимой команды на короткий номер 2069. Какая из команд отправится в Лондон, выбираешь ты. На этом наша передача заканчивается. Как сказал один мыслитель, you are the reason of your life, что в переводе означает
Ты причина твоей жизни. Будьте причиной всех хороших изменений. Будьте причиной изучения английского языка. Изучайте английский язык вместе с нами. Меня зовут Гульзат Мамутбек. Люблю тебя, мой Кыргызстан. Люблю тебя, моя страна. Расти и развивайся. Ну а сейчас я хочу пригласить всех участников на сцену, чтобы мы спели гимн English Show и нашего гостя Эмилию Муталиева. На сцену, друзья! Мир полон разных языков, оф-оф-оф, и английский изучать ты готов, оф-оф-оф, без него не как всегда, да-да-да, вместе с нами ты учи его тогда. Будь да. готов, ученик, спой-ка ты песню нашу под бит. Ты мечта и стремись вместе с нами английский учить. Восходи звездой уже в небосвод, шаг за шагом успех да успех. Ты такой, как мы, и мы все равны. Так живи, будто ты в этом шоу. English Show, English Show, English Show, English Show. Show will help us. English us, is us. High, English is great, English will help all of us.